представителю бизнеса на заметку. Семинар для предпринимателей по охране и безопасности труда провели Торгово-промышленная палата городского округа совместно с учебным центром «Вертикаль». Вела семинар председатель Совета депутатов городского округа Щелково, президент Торгово-промышленной палаты муниципалитета Мария Тарасова. Тема семинара – изменения в трудовом законодательстве. На мероприятии рассматривались вопросы, связанные с применением новых нормативно-правовых актов по охране труда, а также была представлена информация о наиболее частых нарушениях, выявляемых при проверках предприятий и организаций, с информацией о нововведениях в законодательстве. По вопросам охраны труда выступил щелковский городской прокурор Иван Денисов. Встреча с работодателями и в последующем разъяснении им не только ответственности, да, но разъяснение им порядка, как сделать правильно, как сделать лучше, чтобы все соответствовало букве закона, это, безусловно, влечет за собой охрану непосредственно прав работника. Потому что работодатель, он сам заинтересован соблюдать те установленные нормы и правила государством. И он заинтересован работать на свою репутацию. На семинаре отмечалось, что в трудовом законодательстве теперь структурированы основные процедуры управления работодателем охраной труда с уточнением прав и обязанностей участников отношений. Кроме того, раньше расследование несчастных случаев на производстве проводилось по факту происшествия. Теперь же гораздо больше внимания уделяется профилактическому обеспечению безопасности. Нововведения также коснулись организации безопасности рабочего места, правил выдачи средств индивидуальной защиты, а также учета профессиональных рисков на производстве. В Щелкове семинары для предпринимателей проводятся регулярно. Помимо специалистов по охране труда, на них приезжают и профильные руководители предприятий и организаций. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.